Сезон шашлыков в Ненецком округе официально открыт. В центре арктического туризма прошла вторая битва мангалов «Арктический жар». В соревновании приняли участие 7 команд из 10 заявившихся. Это мангальеры, «Ань здоровой части тела», казаки Арктики, Нарьянов Кусовик, Очумелые ручки и Санрей. Битва мангалов в Ненецком округе проводится второй раз и уже стала доброй традицией. Холодный ветер и низкая температура воздуха не стали помехой для конкурса. На старт битвы вышли 7 команд. Участвуют в этом году 7 команд, хотя заявлялось 10, но, видимо, некоторых испугало арктическое лето, которое у нас наступило. Да? Но, тем не менее, иногда вот солнышко проглядывает, настроение улучшается, хотя оно и так неплохое у нас у всех. Традиционно конкурс начался с представления команд. Члены жюри оценивают не только творческий номер, но и костюмы участников, а также обустройство командного места. Итак, на полене сидят трое, посередине – бог, а слева и справа от него сидят ангелы. С одной стороны – хороший, а с другой – плохой. Ну что нового? Где летали? Что видели? Да что тут может быть нового? Тут же ничего нет! Скукота! Да нет, а вот мне недавно сон приснился божественный. Что меня чем-то божественным угощали. Дальше сама битва. В этом году участникам предстояло удивить профессиональное жюри блюдами, приготовленными по своим фирменным рецептам. Каждый хочет выразить сам себя. Например, вот Оксана, она решила приготовить вот такие вот баклажаны с беконом, с сыром, с чесноком. Первый раз мы это вот сидели, не знаем, как получится. Кто-то захотел сделать стейки из нельмы. И семги, будут еще стейки. Кто-то по своему фирменному рецепту замариновал курицу. Хотим еще попробовать сделать шаурму, тоже будет экспромт. Потом у нас Елена любезно согласилась приготовить шампиньоны, маринованные помидорами и сыром. Еще одним необычным рецептом поделилась с нами участница команды «Нарьянов Кусовик» Екатерина Булыгина. Мы готовим не только шашлык, шашлык по особому рецепту, естественно. Еще приготовили оладьи, я их называю торкающие, потому что когда люди едят, и не поймут, что там попадает. Оладьи дрожжевые, с изюмом и семечками. Рекомендую всем. Семечки кладу везде. В оладьи, в блины, в пироги, даже в котлеты. Вот такая вкуснятина. Никто ничего понять не может, что в котлетах попадает, а это семечки. А это яйца фаберже, у нас очень красиво называется. Это картошка с сальцем. Ну и замечательно, больше подарков останется дорогим гостям. Итак, дорогие участники. По итогам битвы мангалов 2 «Арктический жар» победителями была признана команда «Мангальеры». Всего в нескольких баллах от них оказалась команда «Ань здорова». Почетное 3-е место заняли части тела. Все победители и участники конкурса получили полезные и вкусные призы от спонсоров и памятные кубки. Анастасия Сабатович, Александр Бобрикович, Вадим Носкин, телеканал «Север».